Привет, ребят, всем. Меня зовут Эрик, или же Шок. И я думаю насчет того, чтобы переименовать свой канал в Шок. Что вы думаете об этом? На самом деле я еще не знаю, а я знаю то, что я начал краснеть почему-то, когда играю. Я не знаю, может быть жарко. Может быть лампа меня греет, как гриль. Но самое главное, что у нас сегодня произошло. Сегодня я сыграл пятым в составе Гамбит. Если что, я уже такой снимал ролик с Нави Джуниор, и он набрал 700 тысяч просмотров. Поэтому сейчас мы посмотрим, что будет, если я запишу такой ролик с Гамбитами. Если что, сейчас Гамбиты в очень хорошей форме. Они могут обыгрывать и Нави, потому что 2-0 они забирали. Если что, их состав это Хоббит, Интерс, Аксель, Широ и Нафани. Это легендарные игроки, которые только недавно были молодежным составом, и сейчас они стали реально основными составом Гамбит. А чтобы это получилось бы, нужно быть реально хорошей командой. Гамбит — это чемпионы мира, первые в СНГ и единственные. Ответственность у ребят большая. Посмотрим, как они сейчас играют, как они общаются, это самое главное. По сути, в этих играх я ничего не делал, как и обычно во всех играх. Но здесь я вообще ничего не делал. Все потому, что ребята общаются очень много, очень хорошо. И мне понравилось. Я как будто сидел в своем домике, где меня все знают, где я их понимаю полностью и так далее. То есть реально атмосфера такая домашняя и дружелюбная. Такой контент снимается редко, поэтому буду рад вашим лайкам. Давайте наберем 30 тысяч лайков. Всем большое спасибо и желаю вам приятного просмотра. Мы полетели. Он ушел направо. Перевки нет. Двое зелень. Ага. Отхожу. Близко. Хорош. Еще один. Олаф. Хорош. Все на тебе, Вай. Молодец. Да, нам показалось. Зелень, два. Хорошо, я жду. Еще. Там же. Хорош. Молодцы. Два зелень. Нет. Убил одного. Зелень ушел. Можешь убить его. Хорош. Зелень, два выше. Стопы. Одного убил. Стопы. Ай-яй-яй. Молодцы. Найс, хорош. Один стопы. Как будто он ушел в карман, понял? Убили. Молодец. Стопы. Я играю. Сиськи. Убил. Класс-анноу. Карман. Молодцы. Это победа. Хорош, ребят, молодцы. Не, ну это жестко. Зига вышел. Убил его. Первое. Убил. Убили. Хорош. Жестко. Да, скорее всего тебя ждет. С альбома. Хорош, найс. Сиськи. Убил. Найс. Давайте. Дал раз. Погнали. Взял Зигу. Да, давай. Хорош. Да, стоит здесь. Last City. Nice. Last City. Олидал. Найс. Хорош. КГ. Победа. Небольшая реклама на паузу, сейчас на джидроп, и тут есть барабан бонусов, о котором вы все знаете, но не все еще крутили. У меня сейчас падает два предмета в контракт. Я могу ввести промокод выстрел и смогу прокрутить барабан бонусов еще раз. 60% плюс к депозиту. Закидывая 100 рублей, получаю 160. Это так работает. Ну что ж, я думаю, что можно открыть один любой кейс и пойти сделать контракт. Точковые ножи ночь. Это шикарно. Кстати, у меня тут есть тема, я смогу сейчас открыть подарок за 50 тысяч рублей. Я нажимаю забрать, и мне падает перчатки. Бесплатное открытие этого кейса. Серьезно? Вау. Слушайте, давайте я их заберу. Прямо сейчас мне пришел трейд-оффер с этими перчатками, и это максимально радует. Если что, ссылочка на джидроп есть в описании, ну а также на секретный код, который можно бесплатно активировать два раза подряд, вы можете найти в описании. А мы идем дальше. Два. На подъем. Один машина, один подъем ласт, можешь пикать смог. Машина. Хорош, возьми. Зига, осторожно, можешь запушить, Сереж. Еще убил. Да, Авик стоит. Убили Авик. Еще мидл. Вместе по... Он пикает. Можешь играть, пух. Найс. Хорош, Авик, видите? И мидл, лох АБ. Убил. Хорош. Убил. Хорош. Да, флеш АБ, можешь пикнуть. Хорош. Найс. Оу. Хорош. Я блайд. Я убил его. Хороший. Одного убил. Еще мост. Найс.
Да, жестко. Убил. Хорош. Вот чего, блин? Мы сейчас на файл, бей без сайт, пожалуйста. В сайте же прям. В сайте? Да-да, убили. Убили, все, чисто. Хорош. И на файле, пуля. Найс. Найс. А-а-а! Найс, рай. Найс. Найс. Рубрика «Вопрос-ответ». Я первый вопрос задам, который меня дико интересует. Что вы думаете про Сабишок? Ну, норм сервера. Хороший сервер. Не, ну если серьезно, типа сервера норм, но если я играю, то я играю либо в бхоп, либо серф. А с демом какие у нас дела? Ну, мне не нравится, потому что я привык к вармап-серверу. Ну, мультик FG, вот эта вся фигня. И там народу много. И плюс, чаще всего мы играем на Германии, ну, типа на немецких серверах, и чтобы к пингу привыкать, я не играю на русских серверах. Мультик FG это нужная тема, да? Ну, я прям только его играю. Ну, типа, чтобы не заходить на 500 тысяч демов разных, типа пистолетных и так далее. А сколько ты времени тратишь на дем? По-разному. Ну, типа, если перед официалкой, то час где-то. А остальные насчет Сабишока, что думаете? Хороший сервер, нормально, мне нравится. Хорошо. Я очень много играю на твоих серверах. Подписчики будут смотреть. Ну, если я играю, короче, я играю на ретейке и сюрф. Сколько каждому нужно тренироваться перед игрой официальной? Ну, где-то часик, да. Насколько заранее вы знали, что вы перейдете в основной состав Гамбит? За неделю, может. Не, ну нам типа сказали то, что когда еще Абай к нам только пришел, то что так-то так-то, рано или поздно, типа, вот у вас будут нормальные результаты, и вы перейдете в основной состав. Типа, рано или поздно, ну, когда будут нормальные результаты. Вот мы с Абай к нам пришел, у нас начали результаты идти вверх, и нас, собственно, и перевели в основной состав. Кто был помимо Хоббита из вариантов? Да не было основных. Типа, не было прям как-то таких вариантов, типа, просто почему Абай, потому что он суперопытный, и нам как раз этого опыта не хватало. Плюс Абай, ну, будем честны, для опытного игрока очень хорошо играет индивидуально. Типа, ну, сложно придумать какую-то альтернативу ему. Какая самая сложная команда из ЦИСа для вас? Спирит. То есть вы даже забыли про Нави, да? Ну, но... против Нави как-то не так. Они Нави никогда не подходят к СНГ матчам, если, ну, как-то сильно. Ну, РМР турниры они играли, но им это ничего не значит, по идее. Они все равно на мажоре по итогу трех РМР, поэтому... Когда мы против них играли, они были не в самой лучшей форме, нам было не так трудно. А вот Спирит, они всегда стараются выиграть, на максимальную, короче, играют. С ними сложно играть. Какие у вас планы к концу года? Этого. В топ-15 мира зайти. У вас в контракте подписано, что не, больше ЗП? Не-не-не, просто это, я думаю, у каждого желания. Ну, мы уже, считай, играем 2 года. И как Абай пришел, ну да. Типа, по крайней мере, в моих глазах мы выросли как команда, и мы способны на это. Почему бы и нет? У вас да. Зарплата больше 10 тысяч долларов? Официальная информация, которую... Точной информации не надо. Нас, скажем так, у нас по меркам Российской Федерации зарплата, да, хватает на то, чтобы кушать, снимать квартиру, жить и не отказывать в себе в каких-то маленьких удовольствиях. Вот так вот я отвечу на этот вопрос. То есть больше, хорошо. Ребят, сейчас очень интересная игра, потому что мы играем составом Гамбит против Перси, Хаста, Ларсена и СМФ. Это 4 про игрока, которые нашел ТВ. Вот они все, 29 лет, 23, 26. Будет очень интересно посмотреть, что получится. Карта Мираж. Я его взял. Форест на файт убил. Еще Форест. Стай дефолт. Найс. Ави класс. Ави косите. Хорош, ребят. Молодцы. Два было подвал, один был сквозь. У меня чел один. Два. Выше. Хорош. Машина ласт. Двойка. Найс. Не бегай, я пойду. Я зарежу, да. Хорош. Ави коси. Пикует, два. Два дефолт.
Скамейка, скамейка. Убить, убить вместе. Близко. Хорош. Найс. Найс. О боже, найс. Хорош на фоне. Стоит там же. Убил. Это где? Убил окно. Класс. Пикую, сейчас убью. Хорош. Он меня будет ждать. Да, где тебя ищет? Хорош. Жёстко. Ватап. На 50 хп один, давай. Ой-ой-ой, какая грязь. Ой-ой-ой. Пачка у меня. Ещё там же. У тебя на фань. Можешь удать. Молодец. Блин, на самом деле, я... ребята очень жестко играют, реально, то есть мы играем не против бомжей. У меня просто, я просто их слушаю и восхищаюсь. Мне сказать просто нечего. Хорошо, да, да. Еще ворвал, ворвал. Убил, убил. Хорош. Ребят, что вы даете? Убил, дефолт. Ставь его. Еще. Хорош. 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 Хорош шок. Найс, найс, найс. Гопада, гопада, просто зайдем. Шок, сори, сори, шок. Хорош. Обай, право взял. Лево взял. 51. 30 кп. Найс. Хорош. Девятка стоит. Да, да. Убил девятку. Найс, хорош. Хорош. Я зарежу, не надо, не надо. Успокойно, успокойно. Ох. Дефолт, не пикай. Да, не пикай, не пикай. Я на нож хочу. Не пикай, плиз. О боже, серьезно. его же опять. Пока он где-то. Найс! Молодцы. С жестким.